В этом году Украина должна выплатить внешних долгов с процентами 1 750 000 000, а на нынешнее время валютные резервы составляют 13,3 миллиарда долларов. То есть то, что мы без транша не выживем, и то, что Украина загнется, это все просто сказки. Вот тут, кстати, другое. Какая экономическая правительство, кстати, экономическая политика нашего правительства? Вот я посмотрел внимательно бюджет на этот год. Так в этом бюджете черным по белому написано, что правительство в этом году намеревается взять в кредит 14,4 миллиарда долларов. То есть увеличить внешний долг на 14,4 миллиарда долларов за один год. Я могу просто сравнить с другими показателями. За время Януковича внешний долг вырос на 12 миллиардов долларов. За время Ющенко на 15 миллиардов долларов. То есть получается, что за один год это правительство хочет загнать в кабалу украинскую экономику, как не удавалось за свое время действия двум предыдущим президентам.